Блогер Нина Дюкова рассказала, что в Самарской исправительной колонии номер 6 состоялась игра хоккейного турнира на Кубок Надежда. В рамках общегородского турнира по хоккею среди любительских команд осужденные исправительной колонии встретились на льду с городской командой «Ураган». Поединок, состоявшийся на территории учреждений, выдался упорный и напряженный. На первых минутах матча борьба шла, как говорится, на равных. Затем хозяева поля смогли переломить ситуацию в свою пользу. Они завоевали господство над соперниками и одержали уверенную победу. В итоге игра закончилась со счетом 12-1 в пользу команды осужденных. Успеху способствовали регулярные тренировки, помноженные на крепкую волю к победе. Теперь впереди команду ИК-6 ждет новая встреча, на этот раз с известной самарской командой Чайка. Необычное объявление появилось на портале Авито. В Сызрани выставили на продажу бумажные часы Гуччи за 100 тысяч рублей. Продавец странного аксессуара считает, что у него есть шанс заработать на креативе. Несмотря на недолговечный материал и отсутствие каллиграфии, изготовитель часиков удивляет потенциальных покупателей количеством минут на циферблате. Например, между 30 и 45 минутами 29 делений для стрелки. Возможно, автор живет в совершенно иной, неземной системе координат. Прилетел в Сызрань из глубин до далекого космоса. Ремень – змеиная кожа, противоударный, водонепроницаемый, огнеупорный, защита от пыли. Торг уместен, пишет продавец-инопланетянин.